Наши в танцах. Кастинг популярного телешоу прошли жители края. Евгений Смирнов и его партнерша по выступлениям Дарья, тоже, кстати, Смирнова, они однофамильцы, стали участниками проекта «Танцы» на федеральном канале. Это новый виток в их карьере. И к нему они шли долго, и не только с профессиональной точки зрения. Сложнее было решить, а стоит ли пробовать. Все подробности в нашем материале. Эти кадры Евгения и Дарью Смирновых сделали знаменитыми. К выступлению на федеральном канале они готовились несколько месяцев. Было тяжело, но справились. Главная сложность – научить Женю танцевать заново. 3 года назад подающий надежды брейк-дансер попал в аварию. Авария произошла в 2012 году. Я ехал на мопеде в своем поселке Лазаревское, ну, в Сочи. И меня подкосила приора. Ну, мало того, что он был виноват, он еще вдвойне виноват в том, что он уехал сразу с места ДТП. После этого Женя почти распрощался с мечтой о великом будущем танцора. Как им стать, лишившись ноги? Но на помощь пришла его неизменная партнерша Дарья Смирнова. Блин, рыжий, трындец, ты как всегда вовремя. Это все пробки. Это какие все пробки? Пробки? Жень, блин, а пораньше надо выезжать. Я выехала за сколько, и то успел. Рыжим Даша называет Женю чуть ли не с первого дня общения. Они танцевали до аварии и начали тренироваться после нее. А потом решили рискнуть и подали заявку на шоу «Танцы». Первая мысль, когда я шел на конкурс, говорю за себя, это как бы воплотить свою мечту. У меня действительно такая мечта была после аварии, начать танцевать. И он начал. Теперь эта пара официально в проекте. У них уже даже поклонники появились. Во время наших съемок фанаты буквально не давали прохода. Здравствуйте. Наверное, похож? Да, мы восхищены вашим выступлением. Это было очень круто. Можно с вами сфотографироваться? Спасибо, спасибо большое. Теперь Женя и Даша ждут звонка от продюсеров шоу с приглашением на выступление. А пока Рыжий готовится к еще одному очень важному событию. Сделал предложение своей любимой девушке, теперь уже невесте. Да, мы ездили на Красную Поляну, вот, поднялись на самую высь гор на 2292 метра. И там я сделал свое любимое предложение. Вот и она. И эта новость, признается Женя, обрадовала его намного больше, чем выход в проект. Но в танцах он и Даша намерены идти до конца, до финала. Майя Губа, Алексей Устинов, Михаил Бойправ, Кубань-24, Краснодар.